Приветствую, народ, на прохождение Crash Time 3 и продолжаем прохождение. Итак, у нас остается две миссии. Скоро левые экстремисты. Вот нужно нам их сегодня с вами пройти. Остальные мы с вами прошли, я так понял, да. Поэтому продолжаем. Итак, миссия скорая. Выбираем автомобиль. Вот Смир Спорт. Вот давайте ее и возьмем. Гляньте, какая красивая тачечка. Так. Идем. Так, и движемся. Ну, конечно, она мощная, сразу слышно, что мощь под капотом есть. Так, телефончик звонит. Номер не определен. Алло? Салют, Рико. Да, хотел новую работу? А, это ты? Ну да, конечно. Какая машина тебе нужна? Мне срочно нужна машина скорой помощи. Сможешь ее достать? Что, настоящую? Конечно, настоящую. Ну так сможешь или нет? Завалить захотел. Ну да, смогу. Будет тебе скорая. Тогда до встречи. Давай. Отлично. Наш черный автодилер хочет скорую помощь. Чего? Ну такую, с сиреной. Я знаю, что такое скорая помощь. На кой она ему? Понятия не имею. Заодно постараюсь выяснить. Интересно, что скажет начальница, когда узнает, что нам нужна скорая. Нет, за мной могут следить. Если мы воспользуемся официальными каналами, наш план раскроют. Хочешь сказать, что нам придется вправду ее украсть? Ну, так конечно. Ага. Если шеф об этом узнает, скорая понадобится нам. О, да. Это точно. Так, хорошо, все, едем на задание. Короче, нам нужно достать скорую помощь. Ну ладно, а где нам найти скорую помощь? Больница, пожарная часть, аэропорт. Выбирай. Ладно, высажу тебя у ближайшего проката скорых. Так, все, ребята, возвращаемся нам в другую сторону. Да, миссия, конечно, я не ожидал такого, что нам нужно достать скорую помощь. Это, конечно, меня немного прям шокировало. Чуть не врезались. Ух, развернуло нас не в ту сторону. Ух, а вот и скорая помощь. Можно было взять по пути. Но, увы, нам нужно проехать еще полкилометра. Так. Что, нам сюда заехать, да? Точно. Так, ну чё. Берем скорую. И на дело. Ладно, возьму вот эту. Все-таки интересно, для чего им понадобилась скорая? Чтобы денег больше увозить. Для чего же еще? Не знаю, что... Ох, что скорую помощь. Полиция трусить не будет. Мигалки включили и поехали. Так, как же нам выехать? Я что-то не вижу, где здесь выход. Чувствуется, что скорая тяжелее. Так, стоп. А чёрт, нам же там вот высвечивалось... Скорая с нитро, да. Это, конечно, нонсенс. Так, нам вот здесь нужно повернуть.
Отлично, 3 звезды у нас осталось. Блин, как черепаха ползет эта машина. Сейчас 300 метров осталось, еще 2 звезды. Ага, нам вот сюда. Так, заезжаем. Неплохо. Ты быстро справился. Но это же не эксклюзивная модель. Зато у меня эксклюзивный клиент. А зачем ему скорая помощь? Это не касается даже меня, а уж тебя и подавно. Или ты легавый? Да нет, мне просто интересно, вот и все. Тогда мне интересно, что ты скажешь об этом списке. О списке? Одного моего коллегу поймали. Вот его задание. Список эксклюзивных моделей, которые мы должны доставить заказчику. Справишься? Ага, да он не маленький. Принимайся за дело. Встретимся, когда ты все доставишь. Так, есть скорая. Есть, выполнили. Так, машина открыта. Ну, перевозчик свой. Список автоконтрабандистов открыт. Пожарное дело. Так, окей. Здесь у нас есть. Беремся за задание «Левые экстремисты». Так, 2 задания из них, поэтому берем. Что тут у нас? Симмерспорт только есть. Ну вот Симмерспорт и берем. Классная тачка, красивая такая. Вот, думаю, это задание будет не такое комедийное, да, чем то, что было. Бен, Семир, зайдите-ка на минутку. Начальница сегодня какая-то грозная. С сегодняшнего дня дорожная полиция приводится в состояние повышенной готовности. Мы будем обеспечивать порядок в городе во время экономической конференции. Планируется гораздо больше акций протеста и демонстраций, чем предполагала полиция. Без нашей помощи они не справятся с таким количеством недовольных. Да куда же без нас, конечно. Да, а что мы сможем сделать? По многочисленным данным, в городе собираются левые экстремисты. Уже? Но ведь до начала Всемирного экономического саммита еще несколько дней. Выступлений пока не было, но мы должны принять меры предосторожности. Поручаю вам исследовать все места возможной экстремистской активности. Такие инструкции получили все патрульные машины. Нам нужна информация, чтобы определить необходимый уровень полицейской активности. Вас понял. Так, левые экстремисты, берем задание. И нам нужно проехать, я так понял, по нескольким точкам, определить, где могут скопляться эти левые экстремисты. Молодец. Несколько экстремистов. Так, не то. Движемся дальше. По-моему, это не собрание. Едем дальше. Вот мы приехали, конечно, на бочину. Автомобиль получили. Все тихо. Экстремисты неплохо тут устроились. Ну да, смотрю, вагончик привезли.
еще одно собрание. Вроде бы мирное. Вроде бы. Идем дальше. Ого, они повсюду. Главное спешить, чтобы вовремя уложиться. В этом районе вроде бы тихо. Сбил меня навигатор. Ну что, хватит? Есть. Пожалуй, да. Сообщим в штаб. Давайте сообщим. Так, есть, продолжить, все сделали. Что это было? Что ты выбросили из окна машины, которая ехала мимо? Это не окурок, слишком ярко. Это зажигательная бомба. Ничего, сейчас мы их остановим. Это Кобра-11. Где именно пожар? Где пожар? Тут пожар! Мы только что поймали парней, которые кидают зажигательные бомбы. Пришлите за ними кого-нибудь. Уже в пути. Боже мой, и это только начало. Боюсь, конференция будет очень интересной. Да, нужно было устроить ее на далеком тихом островке. Да, чтобы без всяких экстремистов. Так, есть, противник уничтожен. Что-то... 0 целых противник заблокирован, 0 из 6. Почему-то крестик, ну, не знаю. Дело закрыто, продолжить. Смотрим. Так. В патруле. В патруле задание. Но, наверное... Давайте тогда в патруле берем последнее задание на это видео и, думаю, на этом завершим эту часть прохождения. Семир, Бен, поезжайте в отель, где идет конференция. Что там случилось? Поблизости от номеров важных гостей заметили подозрительного человека. Где он сейчас, неизвестно, но здание он не покидал. Займите позицию перед входом и докладывайте обо всех подозрительных лицах. Понял. Так, в патруле принимаем задание. Нам нужно развернуться. Едем на место, до гостиницы. Какие красивые вообще такие повторы. Thank you.
точки назначения. Так, здесь поворачиваем вот сюда. Вот мы и на месте. Есть, приехали. Итак, ребята уже здесь. Что ж, тогда тоже будем ждать. Так, что за машина? Черт, опять бомбы! Ага. Мне это уже надоедает. Да, похоже, мы всегда попадаем в самое пекло. Ха-ха. Дави на газ, сейчас поработаем пожарными. Поработаем. Вот так вот. Там все, не убежишь, дорогой. Оп, все. Поймали его быстренько, без шума и пыли. Есть, продолжить. Посмотрим, что происходит в отеле. Зажигательные бомбы наверняка вызвали большой переполох. Интересно, появление экстремистов, это просто совпадение? Хороший вопрос. Я думал, на этом миссия закончилась патруля, оказывается, нет. Значит, продолжаем. Вот это вот, наверное, конец. Смотри, да? И шеф здесь. Семир, Бен. Вы где были? Вы должны были ждать здесь. Экстремисты бросали бомбы. Мы сразу отправились в погоню. Тут было достаточно полиции, чтобы обеспечить безопасность отеля. Нужно было доложить, что вы преследуете преступников. Было некогда. Хорошо, вы спешили. Но ведь вам не нужно было звонить из автомата. Мы остановили экстремистов. Нас даже ранило. До прибытия скорой нам удалось кое-что узнать. Рассказывай. И я надеюсь, что вы напишете об этом подробные отчеты. Конечно. Машины, бомбы и все остальное экстремисты получили от человека, который щедро заплатил им за эти нападения. И кто же это? Мы не знаем. В любом случае, кто-то подстрекает экстремистов и снабжает их оружием. Но зачем? Не знаю. Не знали. Но он поднял большой переполох. Шеф, о, этого да. подозрительного человека из отеля нашли? Нет, его нигде не было. Мы обыскали все номера. Очевидно, ему удалось бежать. Возможно, он воспользовался беспорядком после взрыва. Я тоже подумал о том, что это не случайное совпадение. Так вы полагаете, что бомбы взорвали, чтобы отвлечь нас и дать подозреваемому уйти незамеченным? Возможно. Тогда не забудь упомянуть об этом в своем отчете. Ну, конечно же. Так, есть в патруле для протокола. Есть. Дело закрыто. Продолжить. Смотрим, какие у нас дела. Да, важная тайна, турнир. Следующая, это уже так, третий. Этап третий, поэтому оставим ее на следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Кто ставил, кто впервые на моем канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите другие видео. Всем пока.